И фактически империя достаточно сознательно сыграла, использовала арцахскую проблему для того, чтобы закрепить свое присутствие на Южном Кавказе, и до сих пор продолжает это делать, используя Арцах и арцахское армянство, армянский народ, в качестве разменной монеты и рычага для присутствия в регионе. Не более того. Нормальный имперский подход, но Горбачев умудрился, в кавычках, вовлечь этот процесс в красивые слова, обертки гласности, демократии, открытости. И в этом смысле он предал эти идеалы, на чем говорил Генрих Эдикян, и в конце припечатал пока что еще живой Советский Союз теми словами, которые характеризовали и оказались правильными для уже угасающего, как мы потом увидели, 90-го года Советского Союза. Да.